запуск черепах в эксплуатацию. В террариум. Террариум на вес. Привет. Левчик, ты что, не будешь носить эту шапку? Так. Сидеть. Электричка? Смотри, Женькина. Так, пошли. Ирусь, идем. Ешь? Ну ладно, потом пошли. Пошли скорее, выпускай меня. Женькина пытается стенку кусать. Сейчас. Да, да. Ну не тряси. Вижу, вижу. Мне кажется, уже надо останавливать это. И меня пытался. Стой. Все, на дно. А наши нравятся. Так, вот смотри, высота какая. Если они не будут вылазить вот из этой высоты, то можно отрезать трубочку вот так. Все, я засек. Ой, а вода сейчас утечет. Пусть утекает, сейчас я трубочку отрежу, все будет путем. Вот так. Она сейчас усосет в себя. Вот. Давай, она сейчас черепах не усосет. Нет, она усосет ее. Лепестки. Ну иди режь быстрей. Так, и пока. Встала, смотрит. Больно сильно ты перетек. Что? Пере... Сильно. Что сильно? Отрезал. Сильно? Да. Хватит столько воды. Ну ладно. Ну давай еще поднимем воду. Попробуем. Давай разные будут. Вот они залезли на сухое. А как они? Если вот эту сейчас поставить. А у них что, все время будет включена вода? Нет. Вот это? Вообще нет, какая-нибудь. Вот а, вот это всегда вот будет сделаю включено. Сделаю такую маленькую струйку. А, ну да, это тогда высокая. Высокая. Давай. Ну ладно, меняй. А полей мне на ноги. Ой, какая прелесть. Можно. Ну, да. Можно даже лечь туда, как в ванну. Ну все, дело сделано. Теперь осталось.